Друзья, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю вам всего самого хорошего, здоровья, счастья. Самое главное, конечно же, не болейте, достигайте, ставьте цели, достигайте их, и все, в принципе, у вас будет хорошо. Сегодня я хочу вам рассказать и показать, как же ускорить работу Face ID, начиная с iPhone 10 по iPhone 13. Если вам интересно, досмотрите видео до конца, и я уверен, вы будете удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Принцип работы, в принципе, тот же самый, тот, который был у нас по Touch ID, который у нас появился, начиная с iPhone 5s, и который действует до iPhone 8, ну и SE второго поколения, как понимаете. И ничего сложного нет, кроме того, как нужно добавить несколько отпечатков. В зимний период холодный отпечаток, там может еще какой-то, и так далее, и так далее. Точно то же самое работает, в принципе, с Face ID. Переходим в настройки, заходим у нас в Face ID, код, пароль, авторизируемся. И вот здесь у нас появится подпункт «Альтернативное распознавание». Вот. После того, как вы, опять же, нажмете, отсканируете ваше лицо, и оно будет работать намного быстрее, как было. Для чего вообще это нужно? Это нужно для того, если вы одеваете очки, носите и отращиваете бороду. То есть какие-то визуальные изменения на вашем лице. Все. Но это также вот и способствует тому, что в темное время суток еще где-то под разными углами будет более лучше и быстрее распознавать ваше лицо. Вы видели, все в принципе просто. Я уверен, если вы это сделали, продемонстрируете, и вы будете, в принципе, довольны результатом, потому что иначе никак. Это вот альтернативное распознавание, это именно как раз тот пункт, который там говорится, когда вы были там, допустим, отращиваете бороду или одеваете очки. Это именно как раз для этого момента. Когда вы делаете два раза сканер своего лица, тем самым вы подтверждаете максимально значимые разблокировки в любое время суток. Поэтому это никаких проблем не составляет. Советую вам сделать в темную пару суток именно сканер вашего лица. Тогда вообще в любое время, в любом месте и почти в любом ракурсе ваш Face ID будет распознавать и будете использовать довольно-таки комфортно. Не пропускайте новые видео, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, оставьте ваше мнение в комментариях. Дальше больше, скоро увидимся!